Если тебе понравится, дашь ВК, хорошо? Да мне все равно понравится, но я не раздаю ВК, если честно. У меня даже ВК нет. Даже ВК нет. Так, ВК Александр Лебедева. Ульяна. Красивое имя. Спасибо. Почему в чат-рулетке сижу? Угу. Играю на гитаре людям. Можете что-нибудь сыграть, пожалуйста? Я даже не знаю уже, что играть. Что сыграть? У меня даже мысли нету. У меня мысли Знаешь, нету. Нирвану. Нирвану? Угу. Ну, самую известную их песню сыграть или же? Самую известную. Или может быть что-то. Ладно, я так понимаю, ты не знаешь, что это, а вот самый известный, ну. Красные. У тебя или у меня? У тебя. У меня? О, ужас! Что с моими руками? Я не знаю. Капец. Круто, реально. Сыграли ты вообще? Спасибо. Спасибо большое. Что за факты не благодарят? Да, дальше все пошло, поболело и прошло. То расскажет о любви, в которой прячется тепло. Блин, очень круто. Очень. А ты только поешь? Спасибо. Или ты еще прям ну, на гитаре там прям можешь? Поешь ты круто, сразу говорю. Не, ну че это? Проебаться. From Indonesian. Indonesian, oh, it's for you, only for you, okay? Thanks. So cool, man. I'm like it. It's
песенка. То есть твоя задача пальцем, пальцем можешь вот указательно так берешь. Вот. Потом первое это четвертый лад. Ага. Четвертый, пятый, седьмой, восьмой. То есть. Я сейчас покажу, что я, короче, могу, ты, может, что-то скажешь. Бля, вот сейчас я просто охуею, походу. Не. Тут я, короче, просто понял, что это ебаное днище, понял, вот где-то в этом моменте. Спасибо. Можешь король шут играть? Король и шут? Откуда, братан? Волгоград, Волгоград. А ты почему здесь сидишь с гитарой, блядь? Почему не выступаешь? Так вот же, вы моя публика, вы моя аудитория, для вас выступаю. Круто, круто, брат, круто, вообще, это, блядь. Ты красавчик. Уважуха, блядь, вообще, клянусь. А, вот Нирвана, песня, которая Smells Like Teen Spirit. Давай только так мы сейчас с тобой договоримся. Я тебе сыграю, а ты мне дашь потом свое ВК, я тебе там напишу. Хорошо? Может быть, но зачем? Ну, не знаю, просто хочу. Ну, может быть, ничего не писать. Если тебе понравится, дашь ВК, хорошо?
Да мне все равно понравится, но я не раздаю ВК, если честно. У меня даже ВК нету. Фоток, у меня там 3 подписчика. Друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, этот выпуск тебе понравился и ты уже поставил лайк. А если вдруг ты не подписан, то пора бы уже нажать на эту красную кнопочку снизу. Кстати, по субботам у меня проходят стримы на YouTube, поэтому буду рад тебя на нем видеть. Нажми на колокольчик, чтобы первым получать уведомления о выходе нового видео. Спасибо за просмотр. Пока!